Доброго времени суток, друзья. Продолжаем с вами играть в третью эпоху за королевство Арнор. Ну и недалеко я без вас ушел. Собственно, почти где мы с вами остановились, там мы и остались. Я ничего не пропускал, поскольку у нас тут есть довольно-таки интересные моменты, интересные батлы. Ну, во-первых, Долгулдур. Я уж не помню, честно говоря, рассказывал ему эту историю или нет. Но здесь в этом моде включен скрипт на усиление гарнизона. И я, к сожалению, вот этой армии не смогу взять Долгулдур, поскольку у меня пехоты нету от слова совсем. То есть у меня много лучников, у меня много конниц. И каким-то полевым сражением я это все еще могу что-то сделать. Но штурмом я точно не возьму. Как бы я ни упирался, как бы я бы не хотел. И 9 ходов я здесь тоже не простою. Потому что здесь довольно-таки рядом граница Мордора. А плюс рядом еще идут ребятки на море. В общем, без вариантов. Без вариантов. Поэтому мы, друзья, будем здесь сейчас убивать. Это вообще кто? Рун? Рун убивать, который идет на море. Ну и затем отходить, наверное, куда-нибудь на территорию Изенгарда. И там как-то, наверное, пытаться формировать нормальный стэк. Ну давайте начинать. У нас, по идее, я планировал 3 боя провести в этой серии. Ну давайте их проведем. Так, ну я смотрю, противник-то наш отошел. Вот это, кстати, интересно. Мы вот здесь их догоним или не догоним? Черт. Или мне этих лучше атаковать? Ага, мы их догнали. Здесь 333 человека под руководством Ябана. Ну давайте глянем. Так, у них тут два генерала. У них урону. Телохранителя катафрактрии 9-16. То есть, то бишь, конница довольно-таки такая мощная. Но придется нам с ней сразиться. Ну и остальные войска, как мы увидим, какие-то непонятные недобитки, что ли. 8 человек, 13. Ну ладно, в принципе, хороший шанс уничтожить именно у них двух генералов. Это, в принципе, дело такое полезное. Можно даже особо не спешить. Я не знаю, пойдут они на нас или нет. Ну, но, по всей видимости, я до основного стека руны уже не дойду. Так, вот это мне не нравится. Не хочу я лес. Не хочу. Но благо, что это мы в лесу, да, и нам выходить куда-то туда. Здорово. Так, ну что, давайте как-то. Допустим, вот так. Сюда. Лучше их, наверное, наоборот, в лес, этих троих. А вот ребят с нормальной конницей. Это их 5 же будут слушаться. Не, давайте тогда тебя дополним группу. 4 отряда. Пускай будет. И здесь 4 отряда будет. Вот так вот. Думаю, так будет правильнее. Да. Арагорн наш старичок. Старичок-бровичок. Пускай где-нибудь здесь стоит. Он будет отстреливать. Далее у меня, значит, хреново куча лучников. 6 отрядов, не шутя. Где-то вас вот здесь вот поставим. Пускай стоят. И вот это вот, ребята, 4 отряда пехоты. Сами понимаете, вот этой пехоты что-либо штурмовать, это из разряда анекдота. Ну и начинаем битву.
конницу, значит, запускаем на фланге. Ух ты ж, ничего себе, следопыты уже достреливают. Кино. О, они все достреливают. Жесть. Сейчас, наверное, жестокая кара ждет этих ребят. Единственное, не зевнуть бы чардж противника. Иначе нам будет не так весело. Так, куда там лучники стреляют, интересно, наши? Не совсем понятно. Так, ну вошли мы чарджем в конницу противника. Вроде это как неплохо нам у нас удалось. Ну и здесь вроде как тоже мы пытаемся. Тут ни хрена не видать. Катафрактория идут именно на... К сожалению, идут... Шли на лучников, но они не дошли. Они не дошли. Они не дошли. Но надо нам как-то отходить от них. Вот здесь я немножко упустил этот момент. Надеюсь, справитесь. Ну и по большому счету все, да? Давайте Рагорна отключим. Пускай он бежит сюда и всех убивает. Так, здесь у нас что? Здесь у нас с этими ребятами проблема явная. И вот здесь надо тоже их казнить. Стрелки. Ну вы как там, справитесь? Нет? Или вам чардж надо устроить? Давайте чардж сделаем. Так, здесь мы всех покарали. Это здорово. Это здорово. Здесь вроде тоже все хорошо. Зажали мы этих катафрактов. Правда, еще ни одного генерала так и не убили. Не, давай в рукопашку. В рукопашку давай, а то я сейчас ты мне стреляешь здесь. Так, это кто? Вражеского Бурлада мы убили одного. Так. Где кто? А, вторую убегает, к сожалению. Вторую убегает. И мы с этим ничего сделать не сможем. Так, лучники. Хорош стрелять. Добро это не приведет. Вы, значит, сюда летите. Да, Гена ушел. Не, не ушел. Не ушел Гена. А, ну это эти конная. Конная братва. Оно нам не так интересно на самом деле. Второй ген, значит, ушел. Ну что же, печально. А здесь, смотрите, они даже еще и ведут огонь. Ничего себе. Руновцы? Вы такие руновцы. Ну и, собственно, все, да? 14% потеряли, не шутя. Ну и, конечно, жопа. Жопа. Жопа Новый год. По-другому не скажешь. Пехоты нету от слова совсем. Хоть каких-нибудь, я не знаю, этих встретить. Наемников, что ли. И вот еще кто-то остался здесь. Бегает. Ну ладно, это уже не суть. Много-много, 110 человек потерять, чтобы 330 убить. Ну это, конечно, печально. Это не орки. Это не орки. Это как-то сложнее справляться, по всей видимости. Ну что? Тем ценнее разбить их именно по частям. Вот такие у них кто-то там выжил, да?
И отходят они в хорошем направлении, в качественном, да? Здорово. Виктория! Ну что нам, может еще вот этих проковырять? Я так предполагаю, они тоже в усеченном составе идут. Сложно сказать вообще. 5 человек пешки иду на данном. 4 я полученца бри. Какая жизнь. Купеческую охрану уже можно смело объединять. Это минус отряд уже. Блин. И тут по идее получается почти равенство сил там. Но судя по накоплению флага, тут вообще какие-то должны быть, по идее, недобитки сплошные. Ну я даже не знаю, давайте сохранимся, попробуем. 400 человек, нас вдвое больше, брода мечный какой-то. Ну и видимо их не войска, действительно какие-то недобитки, но полководец хороший. Хороший боевой, прокачанный. Такого убить довольно-таки ценно будет. Ну и ребята реально где-то пострадали. Получили люля-кебаба, собрали из того, что было, я так предполагаю. Варьяги. Конная клановая стража. Клановая стража. Ну все равно есть кем биться. Ну что же, поехали. Это будет интересно. Клини добегут. Так. Ну, я вам честно скажу, здесь ситуация-то половчее, чем у нас была. Ну, давайте снова как-то выстраиваться будем. Я даже не знаю, как тут сделать-то. Вот вместо... Как-то вот так, что ли. Не, лучше даже вот так. Первая группа, которая здесь вот разместится. Вы будете второй группой, которая будет с горы, наверное, заходить. Арагорн, как всегда, рядом со своими. Пехтура отдельно. Как-нибудь, я не знаю, вот растянем. Что тут растягивать, не совсем ясно. Ну и лучников, стрелков. В этот раз, наверное, мы поставим сохранение дистанции, пускай отбегают, в случае чего. Так, Арагорн вперед, конница пошла вперед. Второй отряд также пошел вперед. Лучники уже открыли огонь. Так, Арагорн, Зе, пускай стреляет. Вот эти ребята пошли в штурм. На. Пошли в чардж. Ты проходи катапульту забирать. Да-да-да-да. Только не попади. Мимо, хорошо. Ну, пока что все идет пучком. Они более-менее стоят. Мы их расстреливаем. Так, здесь отходим, строимся для нового чарджа. Так, здесь мы их снесли. Лучники, фокус по катафрактам. Пехота вся вперед. Так, ты займись катапультой.
вы убиваете вот этих, вы убиваете вот этих. Так, здесь уже насилие происходит, хорошо. Катафракты ворвались в наши ряды. Арагорн, Арагорн, давай-ка ты сюда помоги, пока у нас там пехота не сдохла окончательно. Так, здесь происходит насилие, вроде как. Так, здесь нужно нам отойти и перегруппироваться для чарджа. Здесь баллисту убили, давай стрелков гоняй. Здесь пошли на катафрактов. Арагорн, стройся. Четырнадцать у них катафрактов осталось. Так, сейчас попробуем сделать чардж. Ох, и мы еще под своих лучников залезли, ребят. И чардж, можно сказать, смело не удался. Отходим оттуда, отходим. Так, где у меня еще одна группа там? Вот она, да. Ну, давай вот этих сносить. Здесь нужно отойти, построиться. 12% мы уже потеряли. Но единственная проблема — это катафракты. Двое их осталось, на самом деле. Наверное, лучникам надо запретить стрелять. Они там больше приносят проблем, чем... Ух. Попробуем вот так это сделать. Он то ли убегает, то ли еще что, непонятно. Ну и в принципе почти все. Так, ребята, давай сюда чарджем. Вы, ребята, отходите. Кто у меня тут есть? Вот эти есть, ребята. Давайте тоже чарджиком сюда. Так, ну не дайте уйти ему. А, догнали. И вроде убили. Нет? Убили. Шикарно. Гену мы его грохнули. Броду меченого. Это здорово. Так, здесь вроде как разобрались. Давай сюда. А вы на недобитки вот на эти. Хорошо, так. Хорош стрелять. Беги сюда. Ну и все, в принципе, мы разбили этот стек противника. Все получилось отличненько. Потери, конечно же, есть. Без них никак. У нас теперь потери, собственно, в лучниках неплохие такие. Потому что в них катафракты до них дошли. Один раз. Но тут никак уже по-другому. Да уж, ауш. Ну и, наверное, с третьим отрядом рунам лучше не встречаться. Лучше не встречаться, потому что... А может быть, мы, конечно, и выиграем, и в третьем бою, но потери будут уже очень значительные. 100 человек потеряли, 400 убили. Ну что же, неплохо, в принципе, неплохо. Вести без палева до Изенгарда. Лучше, наверное, Изенгард даже отправить навстречу подкрепление. У нас там вроде бы уже как войска накопились. Вот, этот стек полностью ушел в небытие. Ну, отлично. Нам осталось только отсюда уйти как-нибудь потом. Так, Изенгард. Вот он, мой Изенгард. Тут имеются товарищи, которых нужно послать в подкреп. Это будут пикинеры.
Это будет в основном пехотка, да и охрану возьмем. Лучники не нужны. То есть как тут в таком составе? 6 отрядов. Но это уже хоть что-то. Хоть что там будет у нас. Ну и последнее сегодня сражение, друзья. Подошел к нам еще один стек Мордора. Правда, на этот раз не полный, к Мории нашей. Но сейчас наши войска вновь выйдут из Мории. И постараются накостылять противнику. Конец у меня осталось уже совсем мало. Буквально два нормальных отряда и два гены. Рыцарей каких-то 13 осталось, жалких ребят. Пехоты тоже практически нету. Но придется что-то делать. Численно практически равенство. Горшек какой-то здесь. 53. Да? Но я вижу какой-то тоже коцанный. Ё-моё. Так, какие-то у нас одни коцанные. Но я этому рад. Трое троллей. Это проблема, если они куда-нибудь влетят, гады. Ну и много мяса. Много мяса у руков с алебардами. Их не так-то просто сносить. Но мы попытаемся. И надеюсь, что у нас все получится. Красивый город. Так. Ну-ка, как-то... Ну, так даже лучше. Не так отсвечивает. Ой. Ой, опять эта карта. Ё-моё. Только зимой уже. Ну, вы прямо как в танках. Нельзя же. Ладно. Что будем делать? Опять мозг насиловать? Или что? Ну, давайте насиловать мозг. Берем пехоту. Целых 5 отрядов у меня имеется. Ставим их все вот здесь. Да, отлично. За ними, естественно, всех лучников. Без убеганий. Бедолаги, они же в 2 ряда строятся. А, баллисты куда-нибудь сюда. Ну и дальше... Как? Отряд рыцарей. Пускай будут. Ну не рыцари, в смысле конец, да? Пускай даже вот здесь где-то они стоять. И второй отряд. Ой. Не так, вот так. Четвертый. Который будет где-нибудь вот здесь обитать. Ну все, я готов. Ага. Значит, конец, давай сюда. Шустрее лапками. Пехотка. Пехотка сюда. Лучники сюда. Пока пускай стоит, наверное. Посмотрим, что они вообще придумают. Если что, стреляйте сами. Ну, отлично. Так, нет, паузу ставить не надо. А, ну что, попробуем чардж сделать на троллей. Почему нет? А здесь чардж прямо в уроков. Тоже сделаем. Так, это не убегать. А от вас немножко нужно выдвинуть. Так, баллиста уже работает. Наши два конных отряда вошли в троллей. По-моему, им глубочайшим образом насрать. Так, второй чардж. Вошли наши гены в уроков, только они вошли как-то хреново. Так что отходим. Но, тем не менее, неплохо они тут положили. Если отряд был полный, то
Чуть ли не сотку. Ну, на сотку не похоже, в принципе. Ладно. Так. Давайте сюда. Давайте сюда. Лучники у нас все хреначат. Баллисту мы потеряли. Ну, в принципе, ничего страшного в этом нету. Конницу отводим для чарджа. Так, здесь все хорошо. Давайте тоже чардж. Лучники работают по полной программе. Так, и у нас есть возможность сделать чардж на тролля. Давайте. Нет. Может быть, сможем этого тролля бить. Смотрите, ну чардж прошел, а ему насрать вообще. Но... Есть, вроде завалили одного, еще один остался. Ну, пускай побьются немножко. Так, здесь... Отходим. Уходим, 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 пока не потеряли. Так, конницу тоже отводим здесь. Надеюсь, тут уже грохнули. Да, тролли мы вырубили. Самое сложное. 4% мы уже потеряли. Но это все ерунда. Два отряда здесь разбили уже. Так, хорош убегать. Готовьтесь к чарджу. Так, ребятки внизу. Давайте чардж вот на этих ребят. Они убегают, да? Вот же ж. Ну ничего. Еще лучше в спину ударим. Ударим в спину. Так, у них вроде нету лучников никаких, да? Так, здесь, ну, Нурукхаев с алебардами. Здесь мы вошли в орков-грабителей. Я так предполагаю, что они сейчас кончатся. Но это здорово. Мы лишились наших катапульт, к сожалению. Но это было очевидно. Не совсем я правильно поставил. Но я думал, они, как и предыдущий отряд орков, будут долго думать. Долго думать, долго маневрировать. Я ошибался. Так, вот здесь вот все плохо. Здесь все плохо. Нас обошли, друзья. Нас обошли. Нет. Давай сюда беги. Так, конница. Пошли сюда. Вы пошли сюда. Вы отойдите отсюда. Надо вот этих кончать уродов. Так, конница влетела в очередной отряд. Ну и вроде их нет, не продавили. Не смогли. Так, ну, вроде как влетели. Но давай вот этими займемся. Уходим, ребят, уходим, 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 уходим. Вот тут этих догоните и убейте. Так, здесь все хорошо. Эти бегут, значит, сюда. Конница доживала. Доживала. Строимся для чарджа. Будем бить. Будем бить, колотить. Так, здесь сожрали убегающих. Практически. Давайте следующих убегающих. Там пехота пока стоит. Эти ребята... Ой, блин, 11 осталось. Да что ты... Ну, давай сюда, ладно. Придется еще раз войти в них. Давай, давай, доедай, доедай, доедай. Вас это тоже касается. Отряд бунтует, а ну это катапульта убежала. Хорошо. В смысле, кто... Горшек погиб. Хорошо. Все, строимся. Сейчас будем бить этих ребят в спину. Лучники. А что за? У вас разве отключено автоматическое наведение? В чем проблема-то у вас? Почему вы не стреляли-то? Так, построились. В спину входим.
Так, ребята, я знаю, что устали уже, но давайте последние усилия, последние. Так, конный чардж в спину. Они бегут, лучники, прекратить стрельбу. Ну и все, они все побежали, осталось только добить. Отлично. По мне так шикарно, 17%, правда, мы все равно потеряли. Но без этого тоже никуда. Ох, ох, неплохо, неплохо. Что вы делаете? Ну, неплохо. Лукари все остались у нас. Они вообще шикарно поработали, на мой взгляд, лучники. Несколько отрядов даже не дали до нашей пехоты добежать. Пехота тоже спокойно постояла, отразила, конечно. Потери у нее имеются. Но такова ее участь, этой нашей пехоты. Так, здесь сожрали. Здесь тоже сожрали. Еще где-то кто-то бегает. Так, лучники. Ну-ка. Покажите свой высочайший класс по уничтожению противника. А тут один Уркхай пытается убежать куда-то. Зараза. Вот он он. Вот он он. Залповая система. А попадать? А ну, попали в пятку. Сам видел, в левую пятку. Но он не сдох. Ну, вообще шикарно. Все, друзья, добили. Добили, убили. Теперь бы нам бы эти силы восстановить бы как-нибудь. 150 человек я потерял. Косарь почти убил. Это, конечно, круто. Никто вообще не ушел, но... Силы мои. Крепление еще целых 3 хода, друзья. Ну, надеюсь, что... К нам сейчас какой-нибудь целый полный стек не выйдет противника, иначе это будет засада, друзья. Так, это опоздание убийства, это неважно. Ну, пока что из противника я только вот этого недобитка вижу, но я к ним не пойду. Давайте извращаться. И у нас тут что? Вот будем постепенно восстанавливаться. Что я еще могу сказать? Вот сейчас появится еще один пехотный отряд. И это хорошо, друзья. Ну что же, вот такая серия. Надеюсь, вам понравилась. Если так, ставьте лайки, пишите комменты. Не забывайте подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Ну и до новых скорых встреч. Удачки и пока-пока.